Journey to the moon. Journey to the Мы ожидали похожего результата. У нас еще не подошли наши в этом году заявленные игроки, которые играют в большом футболе еще. И на самом деле действительно играет класс команды. Класс команды, уровень команды, которые тренируются, которые могут позволить себе тренироваться. У нас команда достаточно любительского уровня, в которой есть пару игроков хорошего уровня, которые составляют конкуренцию. Они сегодня и показали это. Остальные просто играют в футзал по возможности. И с командой Спортима, и же с ними, Никарс Рабу, мы можем составлять только слабую конкуренцию, скажем так. Хотя мы старались, и два гола для нас — это достаточно хороший результат на данной игре. Да, было заметно, что вы начали в конце что-то экспериментировать, заменили вратаря. Конечно, получили, соответственно, сразу много голов, но, я так понимаю, это было уже не важно. Вам важна была отработка моментов, играя вот таким образом, да, впятером, скажем, с играющим вратарем. Момент следующий. У вас 4 игры, 2 победы, 2 поражения.
Скажем так, что правильно ли будет сказать, что четное число для вас не счастливое? Нет, ни в коем случае. Мы на самом деле, я еще раз повторюсь, очень рассчитываем на помощь наших заявленных игроков, которые подойдут уже со следующей игры. И мы надеемся очень составить достойную конкуренцию командам высшего уровня. Рабы. То есть команда Раба в следующем туре для вас? Обязательно. Именно вот Рабим мы хотим составить достойнейшую конкуренцию. Я надеюсь, нам это получится. В этой игре у нас отсутствовал тренер. Я в какой-то мере пытался его заменить, но, естественно, не смог. Рассыпалась тактика в какой-то момент. Игроки потерялись, не знали, как им сыграть правильнее. Но, в принципе, я говорю, счет достаточно ожидаемый. Хотелось, конечно, поменьше его иметь. Но в спорте все игроки очень физически развиты. Все на подбор выходили развиты. И мы по определению очень с трудом им составляем должную конкуренцию.